Предлагаем вашему вниманию кресло-коляску H001. Это облегченная модель, адаптированная для прохода в узкие проемы за счет транзитных колес и предназначенная для перемещения как в помещениях, так и для прогулок на улице. Модель имеет малый вес, всего 16 кг. Алюминиевая рама складывается сторона к стороне, без использования инструментов. Для складывания коляски достаточно потянуть сиденье вверх. Спинка и сиденье изготовлены из крупнотканного полиэстера, прорезиненного с внутренней стороны, для исключения пропитки жидкости. Кроме того, спинка складывается пополам при отжатии рычагов в ее центральной части. Ступенчатые подлокотники с поручнями из поролона обиты кожзаменителем и крепятся к конструкции кнопочным фиксатором. Боковые пластиковые ограждения защищают от грязи. Для облегчения пересадки в кресло подлокотники можно снять, нажав на фиксирующие кнопки и вытащив подлокотники из пазов. Подножки коляски съемные и откидываются в стороны при нажатии рычага в центральной части подножек. Опоры под стопы складываются к раме, опора под голень выполнена в виде натяжного ремня. Классические тормоза-фиксаторы прижимного типа расположены с обеих сторон кресла-коляски. Приводные литые колеса быстросъемные и оснащены светоотражателями. Для прохода в узкие проемы необходимо снять задние колеса и проехать в помещение на малых транзитных колесах. Передние поворотные литые колеса поворачиваются на 360 градусов. Для безопасного заезда на пандусы кресло оснащается антиопрокидывающим устройством на колесиках. Антиопрокидыватель регулируется по длине при помощи пружинно-шариковых фиксаторов и при необходимости снимается с конструкции.